Жительница Нижневартовска попыталась вернуть любимого через WhatsApp, но вместо этого потеряла более 300 тысяч рублей. Девушка нашла гадалку Анну, которая с радостью согласилась помочь. Вначале чародейка взяла 1000 рублей, а первый приворот обошелся в ртовчанке в 37 тысяч. Но, к сожалению, чары не сработали. И тогда возлюбленная пошла на кардинальные меры и выбрала обряд за 290 тысяч рублей. Колдунья убедила клиентку в своей честности, пообещав вернуть деньги, если чудо не произойдет. В подтверждение к своим словам лже-экстрасенс скинула фото паспорта и расписку о получении суммы. Когда любимый так и не вернулся, пострадавшая потребовала обратно свои средства, но аферистка перестала выходить на связь. После этого девушка не стала надеяться на чудо и обратилась в полицию. Сейчас по этому делу проводятся проверки.